Левый фронт исправил нарушения, найденные прокурорами. Напомним, что 19 апреля 2013 года надзорный орган приостановил деятельность движения. В течение 3 месяцев нельзя было проводить публичные мероприятия, использовать символику Левого фронта, писать заявления от имени движения в органы власти. В понедельник лидер организации Сергей Удальцов написал в Твиттере, что прокуратура не видит оснований для ограничения деятельности Левого фронта. По требованию надзорного органа были поданы документы на регистрацию символики, внесены изменения в устав. На съезде вот последнем все претензии прокуратуры окончательно, то есть там было много очень претензий, таких формальных в большей степени, мы, соответственно, привели их в соответствие с законом. И вот в итоге сегодня решением прокуратуры был дан официальный ответ о том, что деятельность движения будет возобновлена вот с этого дня.